И мне там пишет Толмазан Андрей. Он сказал, да, говорит, если Макс, говорит, по 30 лей вместо сигарет будет ему приносить, и мне, значит, тогда да. Так, сейчас я скажу, как вы будете бороться. И Юрий Александрович проконтролирует. Давайте сначала броски делайте, блин. А потом еще я приду с вас проверю, блин. Так, значит, Юрий Александрович, смотри. По 2 минуты. Значит, начинается борьба. Один стоит здесь, один стоит здесь. Сырбу здесь, Денис здесь. Начинается. Так, идет. Один Дан, будет отдыхать. Помолчите. Дан нападает, только нападает. Он только защищается. 2 минуты. Потом Дан переходит туда, там 2 минуты нападает. Потом после него выходит вот тот парень, Нику. Он идет сюда, начинает нападать, 2 минуты нападает на него, потом на него. Потом Макс на него, А потом Макс и Нику борются здесь одну схватку, а эти борются здесь одну схватку. То есть получается 4 минуты на них, 1,5 минуты. Нападают, они только защищаются. А потом они только между собой. Так. Что ты стоишь? Что, сигареты выходят? Значит, думаю, что вот это сюда. И их сюда. 2 минуты отбороли. Потом Дан ушел. Кто у нас еще есть? А, Макс. Макс идет. Нику здоровый, переходит сюда, Макс сюда, поборолись, ушли, потом эти между собой, и Нику с Максом борются. А вот с кем я сейчас, как раз буду сделать. Так, Мате, значит так, Денис, Сергу сюда, бегом, сюда, Сань, ты берешь гантели, вон там качаешься. Так, Денис, вон туда, бегом, туда, вон туда, так, значит, Нику сюда. Полтора часа стоял, ждал. А что, он приходит к нам или нет? Будет, ну,
мало боли. Его бросить, Макс, один раз, Нику, хотя бы один раз. Ты идешь к Денису, он я иду к Денису. Денис идет к Андрею. Я с Максом. Ты идешь к Андрею, а он идет к Денису. Нет, мы так только что. Сергей, ты сказал, я с Денисом борюсь. Мы теперь боремся. Ник идет сюда, Макс идет сюда. Мы только что так были. Чё? Нет, не так. Мы только что так были, Сергей. Я с Нику был. А я с Максимом. Значит, ты к Максу. Да нет, Сергей, точно, да вы тетка не боитесь. Ты с Максом, а не вдвоем, а не вдвоем. Сергей, только, Юрсан, Сергей, ты сказал. Я с Вискуном 2 минуты потом, я с Максом. Да. С кем? Ой, ищи долго минут встреч, моя белка у минуты. Сергей, только. Юрсан, смотри. А что, хватит трепаться? Я за куда? Я с Денисом должен бороться. Сюда. Ты сюда. 2 минуты, а потом беру с тобой. Я две минуты, так? А потом поменяй. Вперед, 2 минуты. Макс, нападай. Ник, атакуй. Ты атакуешь, он защищается. Нико нападает. Атакуй его первым. Еще минуту будет. Макс, атакуй его. Ты атакуешь, он защищает. Калибуй, пусть калибует меня, я упаду. Thank you.
почти борься, ты в армии нет. Минут отдыха и 10 минут борьбы. 10 минут борьбы. В моем холодильнике. Вы что, хотите кушать? Пацаны. Вы пацаны. Каша, блядь, 10 минут борьбы. Борется Макс. Сколько? Андрей. Саш, делай. Я так не могу, как вас. Буратино! Не,
все ж ваше спать. Ничего не делает. Я не могу бороться с этим. Тяжело. Дайте мне нормально.
Максим, Макс, Денис. Давай княжину темпу. Денис, Макс. Давай. Не. Тут я стою сам. Вперед, брат. Сколько трепаться можно? Ноги пирают, а поймаешь. Я стою. Так, 3 минуты вам осталось. Ой, а смотрите, поле не качается. Последняя минута. Саша, гантели, пожалуйста, сюда. Сейчас поставлю. Сейчас же время идет. Идет время, во все. Готовы? Вперед, народ!
Yeah.
Я. Никого горячки далеко. Еще раз. Боля Александр. 2004. Какая категория? Какой у тебя вес? 80. У тебя 80? Да. Причем плюс.
Так, 80, 81, 82. Да. Сколько? С дочкой 80. Чистый вес какой у тебя? 80. Значит, ты борешься 81 килограмм. Значит, что ты должен сделать? Я принесу в четверг, в пятницу. Вэй! Заявление? Да. Значит, родители должны подписаться там, что они тебе решают выступать на соревнованиях. Хорошо. Бюллетен? Не... Сэр, мэй, цара, не мэй. Сядь сюда, сядь туда. Я слышу. Не надо слышать, сядь сюда и смотри на меня. Чтоб я быстрее, вот сюда. Значит так, еще раз. Я приношу этот самый, ты заполняешь. Да. Первое. Так, и дадут, не дадут, я не знаю. За завтра я, блин, с семи деньгами, столько проблем, писанины, блин. Значит, приносите бюллетен или загранпаспорт и 200 лей. Угу. Если лицей даст, я вам возвращаю. И кимоно. И кимоно должно быть. Хорошо. Андрюха, кончай. Кимоно должно быть минимум белое. Минимум. Хорошо. Тебе все понятно? Да. Свободен. Так, Сырбу. Сядь сюда. Можно я быстро пойду сделать? Да, можно я тоже. Давай, я тогда вас всех жду. Кто хочет бороться, взвешивается. Только в трусах. Нет, туда не надо заходить. Девочки, девочки, пересядьте туда, пожалуйста. А эти что, не ходят, что ли? Кто? Нина. А у них урок, я не знаю. А что за урок какой? Английский. А, английский, да. Городо, Кари, урок. А, не закончили. Значит, она не душа. Да? Нет. Ну, я его сейчас, блин, сделаю. Так, завтра я. А давайте быстрее. Раз, раз, взвесились. Так, Сырбу Андрей, 2004 год. Кто у нас там? Так, ну Нику я не знаю, а? Дан. Дан, 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 Абаби. Абаби, Дан. 2004. Так, плюс, кто там еще у нас, Домбровский. Домбровский, 2006. Так, ты взвесился? Ну так скажи вес. 72 700. Значит, ты в 73 выступаешь. Да. Документ, 200 лей, синее-белое кимоно. Все, ушел. Только синее. Ну меня не волнует. Ты мне говоришь, тебе выступать, не мне. Ты должен искать. 73. 73. Еще раз, не забывайте. Документ и этот самый. Вискун 73. Домбровский. 95. 95. Это 100 килограмм. 90, пожалуйста, а в 100 я даже не знаю. У меня 55. У тебя 55. Точный вес. До свидания. А Ваня Казаку не был, да? А не был. Какой вес точный у тебя? 55. Точный? Да. Потому что там не будет допуска. Чуть 55-100 и свободен. Я 55. 55, хорошо. Не забыл то, что надо? Да. Домбровский, у тебя 95. Что делать? 90. 90 или 100? 90. Я не буду. Я, как каждый тренер, так и будешь, блин. 100 легче просто, чем 90. Потому что 90 более подвижнее. А 100 еле сделается. Я подумаю. Скажу тебе. Какой лучше? Андрей, за время! Андрей! Какой? Коля! Молодший! Молодший, сейчас. Сейчас я их вытащу. Так, блин. Нет, Андрей!